Активисты организации SOS Mediterrane приняли на борт своего судна Ocean Viking еще более сотни мигрантов, которые пытались через Средиземное море попасть в Европу. В общей сложности Ocean Viking перевозит теперь 245 пассажиров. Тем временем немецкое судно CI-4 приняло на борт за несколько дней около 400 мигрантов, отправившихся в опасное путешествие.